Сказали, что кот может быть на 9 этаже. Блин, страшный. О боже, табакерка. Не оборваться. Здесь вниз. Продам почку, хай бог мы в подъезде. Так, пришел в Вавилон. Надо купить масло. Хочу кое-что приготовить. Сегодня новый рецепт попробовать. У бабушки Клавы. Ну тут я покупаю, кстати. Бывает клубнику. Вот перец хороший, вот эти овощи хорошие. Я здесь беру. Вот тут брокколи, шпинат шикарный, тут брокколи, он бывает, горох, шпинат. Это маме завтра сделаю сок, и хай она еда в больницу попье. Морковка, бейби. Так, ананас. Хорошие ананасы спелые. Авокадо есть еще и у меня, и у нее. Вот бывает хорошие авокадо, бывает... Надо искать, ждать, чтобы она поспела. Виноград шикарный, этот виноград. Дыня. Дыня 65 гривен, гляньте. Есть дынька уже. Клюкву надо маме купить. Манго по 33 гривны. Кстати, хорошая манго, но поспеет вот эта манго. Это... Как в Египте я привозил вот такое манго, оно хорошее, 58. Элитный сорт, видите? Для элиты. Кокосы. Боже, я никогда не понимал вот эти кокосы. Зачем их есть? Что у них там? Водичка перепается там. 22 гривны. Штука, че шо. Яблоко. Сколько яблок? Бананы по 117. Такие маленькие. Это типа вот эти лилипутики маленькие. Они вкусные, вот эти бананы. Мне нравятся. Мандарины разных сортов. Вот говорят, что испанские брать нежелательно. Ты мне говорили, что только не испанскими мандаринами маму кормили. Нельзя. Испанские мандарины. Так. Мне еще надо. И вот здесь вот я еще беру заморозку овощей. Это вот те овощи, помните, я показывал вам, вот они расфасованные. Вот прекрасная есть цветная капуста, брокколи, то есть шикарная. Горошек, тут все, эти хорошие овощи. Вот рыба, смотрите, какая. Спрашивали, где я брал скумбрию. Вот она вот здесь сейчас валяется. А там она валялась вот там на прилавке, то есть там, где я икру покупал, вот тут. Вот тут селедки накидали много. Вот эта вкусная селедка очень мне нравится, норвежская. Вот, вот тут я брал скумбрию. Вот здесь вот хорошая она. Такая, что запечь вкусно. Гляньте, какой толстолобик огромный. По 7,43. Щука, ого, по 10 гривен 100 грамм. Судак. А это голова, смотрите. Набир для юшки по рубль 99 за 100 грамм. Сома такой, сом по 9,20 за 100 грамм. А вот плавают живые рыбы.
Мне их очень жалко, вот этих, что тут плавают. Мучаются. Им тесно, вы что? Надо пересадить их. Вот этим просторно, тут их 4 штуки на такой аквариум. Смотрите, вот по 659 какие-то подарки пасхальные. Колямба, апельсиновый, колямба, коломба. Италия, кстати, вот тут такие есть пасхи. Вот такие подарочные пасочные наборы красивые. Повыбрасывали уже. Вот. Смотрите, как интересно такое купить. Ну, конечно, оно стоит 500 чем-то, вы что? 219 гривен за Пасху. Ой, тут крутится. Киндеры крутятся. Пасхальный заяц, смотрите. Курочка пасхальная. Вот крутится еще. Крутится, вертится шар головой. Крутится, вертится над головой. Ну, тут я папки покупал, спрашивали, вот папки. Вот здесь вот 56 гривен и 40 чем-то стоят вот эти файлы. Где они? Ой, ничего нема их, чешу. Ну, в общем, вот здесь покупал. Я, короче, перепутал и купил вместо туалетной бумаги полотенце туалетное, ну, кухонное, и ними вытирался, короче, ну, поцарапал все там, что мы... Сейчас я куплю что-то другое. Ой, а где же оно делать? Подождите. Ага, вот тут оно. Я перепутал эту панду, купил, оно все-таки грубое, аж больное. Купила такие полотенца. Понимаете? Купил полотенца. А я... мне надо туалетная бумага именно. А я купил такие же, только полотенца. Это туалетный папир. А где же я их купил? Где-то перепутал, короче, ну, не то купил. И там аж больно теперь. Подрав. Вот тут купил, вот. В Рушинукове. Они такие толстые, они не такие, как полотенца. Не толще. Ну что ж, это на Пасху цветы. Красивые букеты. Ну, дома я не рекомендую так и держать это. Плохому. Это для пасок формы. Яйца. Перепелочки. Сгущенку какую-то взять. Вот ряд белорусская сгущенка. Это яка? Рогаев. Гомельская область. Рогачев город. Гляньте. Привет, Беларусь. Вот ваша сгущенка у нас. По 39 гривен. Такая сгущенка белорусская. Вот она самая вкусная. Баночку одну. Все. Ой, сливки есть. Говорят, котам очень хорошо давать детское питание. Знаете, там с индюшки. Со всего. Вот. Но это я так слышал. Вот нежные овощи с кроликом. Хорошо коту давать. Сколько его надо коту? Мороженое я говорил, ДСТУ 47-33 выбирайте. 47-33. Вот эти овощи хорошие. Вот. Что ты мекаешь тут, лежишь? Что ты мекаешь? Что ты мекаешь? Черт малохольный. Что ты мекаешь? Ну и лежит. Мекальщик, бекальщик. Чё? Ой, мэ! Ой, мэ! Чёрт малохольный. Ну, а даю. Это третий раз уже до него иду. Я по чуть-чуть даю. Вот он съедает и прекрасно. Еще и остается. Так, сейчас надо водички добавить. Сейчас разденусь. Няу! Ой, какой требовательный. Калямба. Няу! Ой. Ой, наглый. Мека-бека. У Коли тут есть молоко, я заберу. У него все равно уже оно прокисло, наверное. И есть масло сливочное, тоже заберу. Все остальное мне не надо. Коля, я тебе готовлю сейчас. Что ты мрлычешь? Что такое?
Що ти требуєш права качаєш з мене, га? Що таке? Мяу. 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 Ой, красавчик. Ой, здоровий кабанелла. Ой, итальяна кабанелла. Потягушки будем делать? Будем делать потягушки, я тебя научу. Давай. Давай. Да не бойся, поддайся. Поддайся мне. Ой, сыпется весь, сыпется. Давай потягушки, да давай не бойся. Он боится, не доверяя. Не доверяю такий клад своєї хребеці, да? Чого ти мевкаєш? Калямба! Ох, який медведь! Ох, який медведь! Я вам дам! Тух-тух-тух-тух-тух! Красивий такий, ой! Здоровий, ух, буйвол! Давай, ты должен быть активным котом. Тебе же не 48 год. Тебе только 9. Будешь жить до 17. Настраивайся. Тебе... Ой, кончилась укуль. Тебе долгая и мучительная жизнь. То есть долгая и счастлива. Да иди ты от меня со своей шерстью. Меня Томас так не делает. Иди сюда. Не надо мне мевкать. Не надо мне мевкать. Не надо мне мевкать. Так, масло от тебя уберу. Иди сюда. Дорогой, будешь мне мевкать. Куда ты побег? Костолевский. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Я тебе трошки ладу тебе сейчас дам. Не надо. Ты от меня не течешь. По чуть-чуть, я тебя сильно не буду. Чего ты кидаешься? Иди. Заработаешь. Заработаешь, я говорю. Барсик, чего ты меня бьешь? Кидается лапы, иди. Ничего, трошки убрал. Уже лучше. Уже лучше. Ходишь, как шайтан. Бекаешь. Тебе зрители будут смеяться. Чо ти бекаєш-мекаєш? Ти красивий кот. Чо ти бекаєш-мекаєш? Яка в нього липка красива, дивіться. А зубки хороші. Ага. Ух такий. Ось такий. Ось такий. Ой. А пузика досипа чесати? От воно в тебе хороше. Перекидайся сюди. Ось так. Плюшевий. Ой, красивий. Обидели. Все, ненавижу. Ой, страшний кот. Ой, страшний, тільки по його. Тільки по його. Ох ти, красавчик ти мій. Красавчик ти. Красавчик. Сердитий. Він може дати будь-який момент. Знаешь, такая морда, такая, у него тут широкая, где вот усы, вот это место у него широкое, вот это вот место. Да. Гладишь ты, да. Конечно, все любят ласку, все ласку любят. Кто ж не любит, а? Кто ж ласку не любит? Все любят. Все любят ласку, да. Да. Да, ах ты афганец такой, ух ты. Маша своим вентилятором. Иди до меня. Иди. Что ты жопу подставляешь? Ах ты тут хозяин уже, да. Угу. Ты чужая квартирка. Ты на месяц просыпся. Наставлять тебя и все. Придется мне тебя дать дальше. Та куди ти на мене мустишся? Чого ти на мене мустишся, а? Шерепа. Іди, 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 іди.
Що таке? Що ти? Ой, триця, ой, триця, який хитрий, який хитрий, о, хитрий, о, хитрий, такий хитрий. А сам підглядає, як я його чухаю з задовольствием чи ні.